Всем привет, друзья! Ну что, в сегодняшнем видео мы с вами продолжим знакомиться с новинками Фикспрайса. Если пропустили первую часть, то она выходила вчера. Переходите, смотрите, может тоже что-то интересное для себя найдете. Но как минимум одна классная вещь там точно есть. Ну и начнем мы с вами с новинки, которая появилась в продаже в отделе канцелярии. Это обложка-органайзер для документов. Вообще вещь очень удобная. Насколько я помню, стоит она 199 рублей. В магазине ценника не было, но на сайте Фикспрайса я встречала именно эту цену. Размеры 32 сантиметра на 22 сантиметра. И сюда можно разместить свидетельство о рождении, СНИЛСы, ИНН, все документы. Конечно, сюда влезет только один комплект документов в основном, ну, может, на двух человек. Но, в принципе, классная идея, например, взять вот такие обложки для каждого члена семьи и рассортировать все документы. Большие документы формата А4, например, как ИНН или же свидетельство о рождении, все-таки придется складывать, но карманы большие и сгиб будет только один. Единственный недостаток этих органайзеров – то, что они прям очень сильно пахнут. В своих обзорах я не часто показываю какие-то игрушки по типу лизунов, но тут мое внимание привлекли вот эти баночки за счет наличия большого количества блесток. Стоят они 99 рублей. И знаете, вот на камере блестки не так сильно переливаются, как переливаются они вживую. Красиво и интересно, дети такое любят, ну и цена, в принципе, для такой банки выгодная. Обновленная серия мягких игрушек. Это мягкие игрушки, которые сначала нужно помыть, высушить и расчесать. В этой коллекции всего 6 вариантов, и все они указаны на коробке. Конечно, очень смешные мордашки, упрощенный вариант дизайна, но для маленьких девчонок, я думаю, в качестве ухаживающей такой игрушки, когда нужно ее помыть, переодевать, там аксессуары различные цеплять, вполне подойдет. В магазине по улице Восстания нашла несколько расцветок флисовых толстовок. Это толстовки. Молния у них расстегивается только сверху, но хорошая горловинка-стоечка, так что шейке будет тепло. Цена 199 рублей. Они не плотные, при этом есть разные расцветки. В основном это голубые, серые и черные с различными принтами. Как всегда, по традиции показываю вам пряжу. Ну, вдруг рукодельницы меня смотрят. Новая пряжа. Это акриловая пряжа, маленькие моточки, но расцветок много. Тут, кстати, 70 метров и вес 50 граммов, стоит 77 рублей. В запросах под постом, что показать в Фикспрайсе, меня просили показать алмазную вышивку. Ну и как раз появилась новиночка. Это стандартная квадратная алмазная вышивка, стоит 99 рублей, но привезли вот такие тропические принты, картинки с домиками и еще одна интересная картинка с синичками. Также был вопрос, есть ли в продаже кепки. Но это старые кепки за 199 рублей. Впервые они появились в продаже в том году. Знаете, пробовала померить такую кепочку. Она очень мало мерит, она не глубокая. И все-таки я считаю, что покупать головные уборы по типу кепок или каких-то береток в Фикспрайсе точно не стоит. И, кстати, есть еще второй вариант кепочки за 199 рублей. И она также маломерит, но максимум, я не знаю, на подростков подойдет, но на взрослую голову мне не понравилось, как садится. Интересная новинка в отделе с товарами для дома – это лазерный уровень. Причем уровень в двух направлениях. Он горизонтальный и вертикальный. Питается от двух мизинчиковых батареек. Стоит 199 рублей. Можно прикреплять к деревянной поверхности при помощи зубчика. Но, наверное, на другие поверхности лучше всего использовать двусторонний скотч. Посмотрите, повысили цену на вот эту клейкую двустороннюю ленту. Теперь она стоит 79 рублей. Еще был запрос показать черную посуду, тарелки, которые сейчас есть в продаже. Но у нас сейчас ассортимент черной посуды не такой большой. Это маленькие салатники-пиалушки за 77 рублей.
Им же еще можно приобрести и большие тарелки. Все эти тарелки с цветочным орнаментом, которые выполнены в золотистых и серебряных тонах. Керамические тарелки за 149 рублей. Они матовые, но зато полностью черного цвета. Не знаю, ли можно относить к черной посуде вот эту коллекцию тарелок от Luminarc. Но, знаете, в принципе, она может отнестись к этой коллекции. В стопочке смотрятся они в черном цвете. А вообще, качество от Luminarc мне нравится. Есть вот глубокие тарелки и маленькие плоские тарелочки за 99 рублей. И еще из черного это блюдо-поднос за 199 рублей с мраморным эффектом, извиняюсь. Но вот качество мне не очень нравится, потому что имеются какие-то вкрапления, неровности, и вблизи это смотрится очень неаккуратно. На полочках с чаями заметила новый чай от Липтон. Это душистый чабрец. Стандартные коробочки, 25 пакетиков с ярлычком и в составе, как я уже сказала, чабрец и шалфей. И еще есть второй вариант чая, тоже Липтон, с ароматом сочной вкусной вишни. Стоят такие коробочки 29 рублей. И чай в пирамидках от Липтон называется Sunrise. Друзья, в магазине по улице Красноармейское шоссе нашла интересную коллекцию сывороток, ухаживающих сывороток для лица. Цены пока не было. Состав: вода, глицерин, различные другие компоненты. Произведены они в Московской области. И коробочки красивые, черного цвета, эффектно смотрятся на полочках. Представлены эти сыворотки с разными экстрактами. Экстракт хлопка, экстракт граната. Также видела, есть коробочки с экстрактом дикорастущего папоротника и имбиря. И на удивление, в этом магазине снова появились в продаже те самые деревянные масленки с крышкой. Сейчас они стоят 199 рублей, а впервые они появились в продаже летом, стоили 149, и их привозили только в один магазин. И сейчас тоже они опять в продаже только в этом магазине. Если вдруг раздумываете, если вдруг искали, спешите туда, я думаю, разберут очень быстро. Я такую масленку успела купить летом, пользуюсь постоянно, мне нравится. Дерево не рассохлось, не заплеснело, никаких нареканий нет. Я очень довольна по качеству и по тому, как она смотрится. Друзья, и очень сильно удивил меня магазин по улице Восстания. Завезли очень много, правда, очень много книг в твердом переплете. И книги стоят 199 рублей. Очень выгодно. Некоторые произведения интересные, которые я даже не ожидала встретить на полках фикс-прайса. В этом видео я не буду тщательно останавливаться на каждой книге, рассказывать про ее аннотацию, про свои впечатления, если вдруг я что-то читала. В этом видео я просто быстренько вам покажу ассортимент. Но более подробный обзор, как всегда, будет на книжном канале, так что переходите туда, если вы также любите почитать.
Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация о новинках была для вас полезной. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Из самых удивительных новинок я, конечно, выделю масленки деревянные. Вот прям советую, если вы любите дерево, деревянные аксессуары, присмотритесь. Ну и лично меня, конечно, порадовали книги.